задней кусе, но убегай. Спасибо. Поздравляю все здесь. Что выезжает? Поставишь на КПП, это сейчас мы все занесем, и тогда я... Спасибо вам огромное. Мы передадим обязательно. Кишинский региональный мечты сегодня просто решил поздравить наших женщин, которые находятся здесь в военной части. Решил их поздравить с Международным женским днем 8 марта, пожелать им самого наилучшего и сказать им, что мы ими гордимся за их такой мужественный поступок, столь тяжелое время, когда такой огромный тиск идет, но они остаются верными присяге. На данный момент в части у нас находится 60 женщин, это и военнослужащие, и неслужащие части. Мы собираемся их сегодня поздравить, несмотря на такую обстановку, праздник их никто не отменял. А все ли они ходят на работу? Все ходят на работу, утром приходят к 8:30, согласно внутреннего распорядка, и вечером, когда заканчивается рабочий день, они уходят домой. А как у женщин настроение в преддверии 8 марта? Как, держатся, бодрятся. А настроение каждому в душу не залезет. Ну, улыбаются, во всяком случае улыбаются, это хорошо. На данный момент я повторюсь, что помощь нам не нужна. У нас есть продукты, вода, все необходимое для существования части, для жизни. Ну, единственное, что приняли подарки от отечественного регионального меджлиса в виде цветов и сладкого для женщин. Спасибо.